эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Проголосовать за поправки в Конституцию можно будет на любом избирательном участке. Прийти со своим паспортом и сказать, что я хочу проголосовать. Замуровали. Житель деревни Лопатина не может попасть на свой приусадебный участок. Застройщик предложил сделать подъездную дорогу на словах с другой стороны. Центральная районная библиотека запускает новый проект «Фактограф». Не просто сухой писатель или поэт, да, то есть вот его надо изучить, а действительно живой человек, который жил какими-то интересами. В городах России начали работать участники общественной организации «Волонтеры Конституции». В ближайшие две недели, вплоть до самого дня голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, добровольцы будут работать на специальных информационных стендах. Более 3000 пунктов уже открылись в торговых центрах, парках, аэропортах и вокзалах по всей России. Появились такие точки и в Ленинском городском округе. Задача волонтеров – не только раздавать листовки и наклейки, но и объяснять обратившимся гражданам суть той или иной поправки в основной закон страны. В Ленинском городском округе всего две информационные точки, на которых работают волонтеры. Это торговый центр «Курс» и торговый центр «Перекресток». Выбраны эти точки, потому что самое большое количество людей и поток большой людей проходит по данным точкам. Для того, чтобы стать волонтером Конституции, нужно зарегистрироваться на специальном портале, прослушать курс онлайн-лекции в интернете и сдать итоговый тест. Более 50 волонтеров будут работать на информационных точках. Все волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты, то есть масками, перчатками и защитными щитами, которые сейчас необходимы для волонтеров, для обеспечения их безопасности и безопасности граждан. 54 тысячи листовок и наклеек планируется раздать в течение двух недель, которые предшествуют голосованию за поправки. Волонтеры Конституции закончат свою работу 1 июля, а в день голосования они будут работать наблюдателями на участках. В продолжении темы «Проголосовать за поправки в Конституцию Российской Федерации там, где удобно, может каждый гражданин». Для этого уже сейчас начали работать пункты приема заявок. Здесь можно открепиться от своего избирательного участка и зарегистрироваться на другом. Наш корреспондент Юлия Погосьян узнала у первых мобильных избирателей, насколько нужна и удобна такая услуга. Житель Ленинского городского округа Константин Колесников проголосовать за поправки в Конституцию Российской Федерации по адресу прописки не сможет. Все дни голосования он будет находиться в городе Видное, поэтому гражданский долг решил отдать здесь. Для этого он заранее посетил пункт приема заявок и выбрал удобный для себя участок в микрорайоне Солнечный. Говорит, что процедура быстрая и удобная. Все быстро, эффективно. Минимум контакта. Проголосовать можно в любом месте. Стать мобильным избирателем может каждый гражданин России. С 16 июня начали работу пункты приема заявлений. Они располагаются на базе участковых избирательных комиссий. Для выбора удобного участка для дальнейшего голосования достаточно только паспорта. Любой житель, вообще любой, неважно откуда он приехал, прибыл, гражданин России, может прийти на наш участок, на участок рядом со своей работой, на участок рядом со каким-то определенным магазином, там, родственников, близких, друзей, с дачей рядом. Прийти со своим паспортом и сказать, что я хочу проголосовать по поправкам Конституции. Может выбрать любое место, даже другой город, другой регион даже. Избиратели вносят в единую электронную базу, и при голосовании никакой документ, кроме паспорта, уже не потребуется. На избирательных участках соблюдены все санитарные нормы. На входе санитайзер, одноразовые маски и перчатки предоставляются бесплатно. Индивидуальные письменные ручки, территория посещения размечена в соответствии с социальной дистанцией.
все, что можно, избирательная комиссия подготовила, ТИК предусмотрел, но с разрешением ЦИКа нам все, нам это выдали, все у нас есть. То есть люди могут идти голосовать, изъявлять свою волю, ни на что не смотря, и это будет безопасно для них. Изменить место своего голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации можно до 21 июня включительно. Пункты приема заявлений работают в будни с 16 до 20, в выходные с 10 до 14. Ознакомиться с графиком можно на официальном сайте администрации Ленинского городского округа. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В нашу редакцию за помощью обратился хозяин участка в деревне Лопатино Виталий Петрович Осипов. Его дачу буквально замуровали строители возводимого поблизости жилого комплекса. Из-за бетонного ограждения теперь он не может не только подъехать к ней, но даже просто войти. На месте побывала наша съемочная группа. 9 мая Виталий Петрович Осипов не смог попасть на свой приусадебный участок. Виной всему бетонная опора, которую за карантин воздвиг застройщик «Гранель». Этот конфликт интересов начался в тот момент, когда застройщик жилого комплекса «Государев дом» вплотную подобрался к участкам деревни Лопатино. Тяжелая строительная техника уничтожила подъезд к некоторым домам и участкам, а один из них оказался буквально замурован. За этот период я пообщался с руководителем объекта Козловым Денисом Андреевичем, который сказал мне, что он знает о существовании смежного участка. И тем самым подтвердил, что компания «Гранель» сознательно лишает меня конституционного права пользоваться своей собственностью. Представитель застройщика также приехал прокомментировать ситуацию. Был разговор у нас с собственником, и мы ему обещали, и так и сделаем, подъезд к данному участку. Он будет осуществлен через бульвар Солнечный, через жилые дома 43-50, корпуса, которые уже сданы. Но это будет через месяца полтора. Виталий Петрович – пенсионер, инвалид третьей группы. Говорит, выходя на пенсию, мечтал о тихой дачной жизни, построить новый дом, привести в порядок участок, но теперь боится, что его мечтам не суждено сбыться. Застройщик предложил сделать подъездную дорогу, на словах, с другой стороны. С другой стороны, там территория «Гранель Девелопмент». Там подъезд нереален, там вообще большой уклон, там помойка сейчас в настоящее время. Сейчас у нас выписано техническое задание подрядной организации на вывоз грунта. Будет выполнена планировка территории, соответственно, уровень земли понизится. И выполним подъезд из железобетонных плит. На хорошем основании щебень, песок. В обещания застройщика Виталий Петрович не верит и требует восстановить дорогу к участку в первозданном виде. Сломать половину стены, вот угол сделать, чтобы у меня был въезд, и все, и никаких вопросов. Виталий Осипов уже обратился за помощью к руководителю своего территориального отдела, муниципальным депутатам и в администрацию округа, а также написал заявление в прокуратуру и останавливаться в отстаивании своих прав не собирается. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. К работе добровольцев в условиях распространения коронавирусной инфекции подключаются и неравнодушные жители Ленинского городского округа. Среди них многодетная мама Вероника Цеплакова. Сейчас досуговый центр «Юность», где трудится Вероника, перешел на удаленную работу. Появилось больше свободного времени для добрых дел. Тему продолжит Наталья Буслаева. Вероника Цеплакова – руководитель кружка декоративно-прикладного творчества и театральной студии в центре «Юность». А еще Вероника – многодетная мама. Трое детей, домашние хлопоты. Но несмотря на достаточно плотный график своей жизни, она всегда находила время для благотворительности. Принимала участие в акции «Неделя доброты и щедрости». Проводила в библиотеке поселка Горки-Ленинские занятия для детей с ограниченными возможностями. Это были различные мастер-классы, которые им по силам, которые они могут также, да, сами, своими родителями, своими силами повторить, все это сделать и уйти с поделкой домой. Вот. Плюс общение, вот, что для них самое главное. С началом пандемии коронавируса занятия в досуговом центре перешли на удаленный режим. Появилось больше свободного времени, и Вероника стала волонтером. Она помогает с раздачей продуктовых наборов для нуждающихся семей и пенсионеров. Появилась возможность помочь, потому что у нас есть машина. Встречались, нам раздавали продуктовые наборы, например. Либо это были какие-то, может быть, маски, да, средства защиты. К волонтерской работе присоединился и муж Вероники.
Помогал, ездили, развозили продуктовые наборы, помогал как физическая сила, так скажем, потому что коробки тяжелые. Вероника признается, что главная радость в ее работе – это видеть благодарность пожилых людей за то, что их не бросили в трудную минуту. Это очень вдохновляет и хочется сделать еще больше. Очень энергичная, пытается везде участвовать, во всех мероприятиях, работает с детьми. Общение у него очень много с детьми, старается, тянет всю семью, можно сказать, потому что меня нету, бывает, да, не могу помочь. Оставаться неравнодушными к чужой беде – это качество Вероника прививает и своим детям. Старшая дочь Полина в этом году окончила первый класс. Волонтеры ее пока не берут ввиду юного возраста, но девочка уже сейчас старается помогать маме. Я маме помогала развозить одежду другим семьям. Наша героиня уверена, что их семейное волонтерство – это прекрасная возможность принять участие в общем деле, что, как известно, объединяет и позволяет соединить приятное с полезным, быть нужным другим людям, но при этом проводить время с семьей. А главное, родители являются хорошим примером для своих детей, которые последуют за ними на пути к добрым делам. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Во время самоизоляции многие учреждения работали удаленно, развивали свои социальные сети, куда выкладывали познавательные посты и ролики. Не утихает эта работа и сегодня. Так, в социальных сетях Центральной районной библиотеки скоро будет запущен новый проект «Фактограф». С подробностями Александра Столярова. Идея создать новый познавательный проект «Фактограф» появилась у Марины Андриановой случайно. Она читала интересные факты о писателях и обратила внимание на историю американца Уильяма Бэрроуза. Он был очень вдохновлен поступком Вильгельма Телля, который когда-то, значит, поставил своего сына, да, положил яблоко на его голову и выстрелил, и попал, значит, в яблоко. Вот, и он был так вдохновлен этим, что он поставил свою жену, поставил стакан на ее голову и выстрелил. Но, к сожалению, попал ей в голову, и жена скончалась. И это было в 1951 году, а в 1953 он уже начал писать свои книги. Автор проекта поняла, что если люди будут знать интересные факты из жизни разных писателей, у общества появится больше интерес к литературе. А чтобы привлечь внимание аудитории, сотрудники библиотеки дали интересное название для своего нового литературно-розыскного агентства. Что такое фактограф в словаре русского языка, что оно означает? Вот. Действительно, фактокопатель, фактоискатель. Мы немножко сделали эту рубрику в формат немножко шутки. Первый выпуск рубрики будет посвящен писателю, номинанту Нобелевской премии по литературе Владимиру Набокову. Марина Андрианова надеется, что таким образом сможет повысить мотивацию старшеклассников на хорошее чтение. Не просто сухой писатель или поэт, да, то есть вот его надо изучить, а действительно живой человек, который жил какими-то интересами, у него были какие-то недостатки, у него были какие-то свои особенности, он чем-то увлекался. И если кто-то найдет какие-то соприкосновения, да, вот именно со своим писателем, и раз, и обратиться к произведениям его снова и снова. Первый выпуск «Фактографа» выйдет уже в это воскресенье. Найти его можно будет в социальных сетях Центральной библиотеки. Александра Столярова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.